Всем привет, кто меня смотрит и кому это будет интересно. Хочу показать, как распустилась моя котлея люминоза, которую я купила у Димы. Совсем недавно, 18 апреля, было видео о том, что я там нагребла у него, какие орхидеи, и показывала эту. У нее уже выходил из чехла бутон. И через неделю, вот у нее уже третий день она открыта. Очень быстро. Она стояла у меня до этого в ванной. Красивый очень цветок, если б я сама его еще не поломала немножко на окне. Но там суховато, особенно когда солнце. А на веранде-то я их брызгаю каждый день. Более влажнее, более прохладней. Так солнце не жарит, как на окне. И я ее смотрю, как-то вот не хочется. Кажется, что ей хочется тоже туда, на веранду ко всем в компанию. И я ее туда вынесла, и так быстро начал развиваться этот бутон. Прям мгновенно. Перепады температур очень сильные сейчас на веранде. Ночью 10, 11, у нас холодно ночью. В общем, ну, а днем выше 20, смотря какое солнце. И она, бедная, начала открывать свой цветок, а совсем из чехла не вышла. И мне пришлось разорвать чехол, помочь освободиться ей. И она быстрее начала открываться. Губу я так хотела быстро ей развернуть, посмотреть, какая она красивая. Немножко покоцала ей губу. Очень красивый цветок. Очень красивый. Петалии такие, знаете, как капиллярная кровь. Капиллярами вся такая изрисована. Сепалии загнуты немножко назад. Но вот если бы вот так вот бы стоял, то как в интернете фотография. Это люминоза. Саниата 4N, то есть тетраплоид она. Корень, как интересно себя начал показывать. Я же обрызгиваю, у Димы не стояли, там все время влажность у него хорошая. И корень рос наверх. А у меня он, как уже поменял траекторию, растет субстрат. Старается. Довольно крупная растенька такая, высокая. Это гибрид между котлеей Давианой и тенеброзой. И вот мне кажется, сепали и питали на тенеброзу похоже. Ну а губа, конечно, давиановская. Если бы я еще ее не покоцала, то было бы лучше видно. Губа, конечно, такая красивая вся в рюшечку. И она такая велюровая, она такая красивая. Опять же, нужно в темноте смотреть, чтобы увидеть вот эту красоту. Хотя вот днем она очень красивая. Солнце сейчас не сильно можно показать. Лист какой огромный у нее. Это с той бульбы, которой она цветет. И я там у нее где-то уже видела. На бульбе начинает отходить почка ростовая. На предыдущей бульбе. А та, которая сейчас цветет, пока ничего нет. Вот цветок сбоку. Конечно, тут нужно дать скидку на все, что... Это цветение в период адаптации, то есть прилететь с другого континента, жить сначала в одних условиях, потом ко мне приехать в других условиях. Корни у орхидеи очень слабые. Вернее, хочу сказать, что вот только начинают расти, а старые корни, скорее всего, у нее уже не рабочие. И тем не менее процвела. Но куртина довольно такая хорошая, крупная, и тургор у листьев хороший. Вот оттуда силы и берутся. Я думаю, что следующее цветение, да, уверена, будет нормально. Вот ее этикеточка, ее название Люминоза 4N Саниата. Цветок в профиль. Цветок снизу. В общем, пока он такой неправильной формы, и губу, конечно, я испортила. Было бы она нормальная, если бы я руками туда не полезла. Не помогала ей ее открыть. Вот как от солнца зависит тоже цвет меняется. Ну и камера, конечно, не всегда передает так, как хочется. Так. У него такие красивые петалии. Сейчас попробую. Не получается. Вот так вот она должна стоять. И сразу другая форма, сразу другой вид. Ну а это в темноте. Тоже совсем другой цвет у петалей. Они тоже искрятся. Губа видно, вот красивая, велюровая, как я хотела показать именно вот эту другую такую ткань, парча, что ли. И аромат. Аромат такой приятный. Я сначала думала, что это все пахнет моя
Фабрика парфюмерная Фаленопсис. А оказывается, это она, такой аромат. Гиацинт сладкий. Вот такие весенние цветы. Я люблю такой очень аромат. Вот петали красивые такие. Вот такие все венозные. В общем, эта орхидея Катлея гибрид люминоза мне очень понравилась. Сам цветок очень понравился. Аромат у нее. Мне нравятся такие ароматы. Очень приятный. И такой хороший аромат. Слышно на веранде ее хорошо. Манера роста мне ее нравится, то есть без такого длинного шага ризомы, а рост к росту, не шагает далеко, значит, пересаживать особо часто не надо будет. Ну и надеюсь, на следующий год дала бы она еще хотя бы два роста, и было бы по два, по три цветка на каждом росте, было бы еще, конечно, красивее. Но это я мечтаю и надеюсь, а до этого надо сначала с ней подружиться и создать ей условия. Ну а на этом все. Как всегда, всем хорошего настроения. Удачи всегда и везде. Пока-пока.